Здравствуйте, Валерий Константинович. Как лучше сделать? Купить сейчас косточки крупных сортов, как, например, королевские, или их на следующую осень привить на саженцы, дай бог вырастут. И подскажите, когда пересыпать косточки песком? В конце января или в начале февраля? Простите меня, если как-то не так или неправильно задали вопрос. Да правильно вы задали вопрос. Немножко тут, правда, смотрите, по порядку. Сейчас моя ученица, не случайный человек, Катя Карташова, она же администратор моего сайта, не случайный человек, вырастила из фаин прекрасные плоды. Первый урожай был 2 плодика. На 8 частей эти разрезали, чтобы попробовать. А на следующий год у нее был нормальный урожай. Из косточки фаина. А это Челябинск, это вам не хухры-мухры. Там каждый год до 40. Я не знаю дальше, но каждый год до 40. Понимаете? Можно и так. Только они помельче. Редкий случай, когда они уступают, но это редко. Вот. Или привить на саженцы, то есть вырастить по двое, выписать у меня, допустим, эти же самые, это уже вам решать, сыновья манжурца. Манжурца уже нету, уже последний был человек, просил, хороший мой старый, уже старый опытный кадр, уже, можно сказать, старая гвардия, 200, дайте, пришлите косточек этого самого манжурца. Нету, только сыновья. Я же еще Сергей, ему тоже выращивать надо. Постоянно по двое. И, значит, а я ему пишу, а сыновья-то чуть-чуть крупнее, слаще, так? Морозостойкость, ну, уступает, может, на пару градусов, учитывая, что у них папа, может быть, Амур или там Серафим, или даже Королевский, может быть, папой. Так бывает. И тогда, ну, а так как он живет где-то в Предурале, то ему это прекрасно, этого морозостойкости хватит. Вот я ему посоветовал. Вам решать, когда вы вырастите сыновей, на следующий год обратитесь ко мне. А если вам никто черенки, единственный, последний в стране, так получилось, я не хватаю, я монополист, так вышло. Самая уникальная коллекция. Вы можете, как я когда-то там, съездил на Украину, нарезал черенков. Извините, с ними, знаете, как работать пришлось? У меня до сих пор персиковый абрикос с Украины. Уже 2 поколения вырастил. Вот такие вот. Смейтесь надо мной. Что думаете, все устлано этим самым? Розами мой путь. Вот и получается, выпишите с Украины, что у вас будет. Или замерзнет, или вот. Я-то начинал даже не с нуля, а с минуса. Не вот такие выросли. Шалах вот такой оказался. А на Украине он вот такой. Вы представляете? Это не шутки. Как будто чуют, что их на каторгу загнали, они решили, дай-ка я одичаю. Может, выживу. Кстати, вот это и есть один иной постулат. Или одичать, в скобках, приспособиться, или помереть. Видите как? Вам решать. Выпишите те, выпишите эти. Ну, а я всегда говорю, как в мультфильме. Чего побольше, котлет побольше или сосисок побольше? Ответ. И того побольше, и того побольше. Надо все варианты учитывать. Я в таких случаях делаю так. Высылаю, и ему выслал вот это вот. Мой уникальный архив, который такого нет больше на всей планете. Железо. Кстати, видите, гермафродиты, наши предки. Одно из моих, у меня несколько десятков открытий мирового уровня. Вот одно из них. Гермафродиты, наши предки. Или замалчиваются, или действительно наука не знает этого. Самое простое на свете, вот это, может, просто стесняется на эту тему, потому что тогда будет, это самое, как бы узаконено в наших краях там идеи и все прочее. Вся прочая радуга. Но это я так, случайно, вот видите, взял, нажал сюда, а тут моя статья. Ладно, мы ищем не это. Извините, я все время отвлекаюсь. Самый быстрый и дешевый способ создания плодового сада. Видите, я не буду это сейчас, кто захочет, найдет на сайте, кто захочет, Константинович, пришлите вот эту статью. Вот. А дальше все это, все доказано, рассказано, показано, разжевано.
Видите, я быстро. Вот. Для чего это показываю? Это статья, чтобы не погубили то, что у меня же приобретете. Выписали культурные и выписали у меня подвойные. Культурные, не доводя до плодоношения, буквально на второй год, можете уже прививать. Но вы же не знаете, если у меня была огромная косточка с огромных плодов, с них вырастет не 100 грамм, не 100 граммовая, допустим, довести до плодоношения, а 50-граммовая. Но можешь, не теряя ни одного года, на следующий год после того, как вырос метровый саженец, вот, взял с него ветку и привил на дикую, и уже пусть даже 50-граммовый будет. Через 2-3 поколения вернется 100-граммовый. Но это, правда, не каждому дано стать селекционером. Вот такая статья. Вот. Все, возвращаемся. Короче, я как мог на вопрос ответил. Как я ответил? Хитро. С вам решать. Или с косточек крупных выращивать до плодоношения, или и тех, чтобы потом перенести с этих на те, вот, и так далее.